Уехали ни с чем. Очередные переговоры в Минске вновь завершились безрезультатно. Участники трехсторонней встречи не достигли договоренностей и не подписали никаких документов. Обменялись видениями ситуации, изложили позицию, о которой мы только что говорили. Украинская сторона предложила свой вариант, который сейчас нами изучается. Но мы продолжаем настаивать на главном. Сейчас нужно прекратить гибель мирного населения. Все силы приложить для того, чтобы прекратить сейчас обстрелы мирных граждан. Переговоры продолжались более трех часов. От Украины на них присутствовал экс-президент страны Леонид Кучма. От России в столицу прибыл посол Михаил Зурабов. От ОБСЕ специальный представитель Хайди Телевини. ДНР и ЛНР представляли Денис Пуширин и Владислав Дейнега. Сами главы республик в Минск не приехали. Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили, что примут участие в переговорах только после приказа Петра Порошенко прекратить огонь.